Как совместить экстремальные виды спорта и популярность в социальных сетях? Ответ дали на молодежном фестивале Content Fest 2021, который провели в парке Льва Толстого. Здесь лучшие райдеры столицы и Подмосковья демонстрировали красивые трюки и одновременно создавали из этого контент для социальных сетей. Задача участников была выполнить чистый трюк на рампах. Призовой фонд – 15 тысяч рублей. Это фестиваль блогинга и экстремального вида спорта. Сегодня представлена скейтерская тусовка, которая участвует. Это фестиваль для молодежи Московской области. Направлена на то, чтобы люди могли создавать классный контент, могли поучиться, как вести свои блоги. Пока на одной части парка проходило действие экстремальное, в другой – познавательное. В стенах комплекса «Артишок» обсуждали, как сделать интересный контент и собрать кучу лайков. Все секреты в теории и на практике рассказывали приглашенные спикеры из сферы медиа и социальных сетей. Успех любого формата сейчас, можно выделить некий тренд, да, это то, что хорошим шоу это либо механика успешная, серьезная, да, то есть это движок, который будет заинтересовывать зрителя, сам ведущий, да, то есть это скорее какое-то более-менее именитое лицо, конечно, за которым пойдут смотреть. Главным призом для участников фестиваля будет смартфон. Условия простые. Залить в свои соцсети фото или видео фестиваля, поставить хэштег «ContentFest2021». Победителя в случайном порядке выберут 25 сентября.